выполняются специализированные работы по проверке и восстановлению образцов поражения техники, развернутой перед вами на удаление 900 метров. В целях проверки техники, ремонтно-восстановительными органами образцов техники, определение характера неисправности пораженного личного состава, производство оборудования систем управления готов огнем. С поста осмотра погона башни на БМП-3 осуществляется монтаж силового блока. На БТР-80 производится замена ремонта автомобильной техники, аккумуляторных батарей, ремонт генераторов, медисожестянские работы. Суточные производственные возможности составляют по войсковому ремонту в суд площадки вооружения военной специальной техники, ожидающих ремонта, ремонтно-эвакуационной машиной колесной средней РМКС, осуществляется подача ремонтного фонда технического обслуживания, текущего ремонта и эвакуации автомобильной техники многоосного назначения массой до 22 тонн. Заложенные тактико-технические требования ремонтно-эвакуационной машины подтверждены в Сирийской Арабской Республике. Развернут участок по ремонту ракетно-артиллерийского оружия до 3 единиц, самоходной артиллерии 2 единицы, реактивной системы залпового огня 2 единицы, минометы 8 единиц. Справа от вас начинаются работы по ремонту обслуживания и зарядки щелочных аккумуляторных батарей. На изделии 2А18... Условно находимся здесь, на подвижной, но реально берем основные все средства, которые рассчитываем их перемещение. Понятно, но мы в состоянии небольшие, и подвоз у него будет примерно. Событию, когда собирается, вот сейчас первый этап это подготовка перемещения, и дается, что на применение к СОР уже в группировку. Да, но у вас приоритет, у нас это... От нас полк выделяется. Мы сегодня выполняли норматив номер один по развертыванию МТЗ-12. Я могу сказать, что это очень хорошая и мощная машина. От него одновременно заправляется 10 машин. Очень нужная и полезная вещь в армии вообще. Очень хорошая, отличная машина. Еще мы сегодня проходили практические занятия по МТО-1 и МТО-БУ-2. Автотехмастерская для ремонта автомобильных машин, а вторая для ремонта бронетанковой техники. Могу сказать тоже, ну у нас есть такие же вот, но не на базе Урала или КамАЗа, у нас есть на базе ЗИЛа. Многое новое сегодня мы здесь увидели. Это опыт, это хороший опыт, это очень полезно для нас. Это очень большой опыт, это очень положительный опыт, да. Если каждый год вот будут вот такие вот совместные учения, это вот пойдет, конечно же, на пользу всем нам.